А перед началом этого видео хочу вам рассказать о лучшем магазине игр ImbaShop. Как вы поняли из названия, я имею непосредственное отношение к этому сайту. На ImbaShop у вас есть шанс заполучить такие крутые проекты, как Overwatch, DayZ, CSGO Prime, GTA 5, PUBG и многое другое, не дороже, чем пара чашек капучино. Это значит, что большинство игр стоит до 200 рублей. Но если вы хотите еще больше сэкономить, то покупайте кейсы с играми от 29 рублей, где выпавшая игра будет всегда дороже стоимости сундука. 100% окупаемости только на ImbaShop. Ну а для любителей покрутить, заглядывайте в наши Dota 2 и CSGO наборы. Больше не надо ждать, пока бот вам скинет вещи или всякие там баны трейдов. Выбивайте шмотку и сразу выводите себе ее полную стоимость. ImbaShop, ссылка в описании. Что, погнали. Два бристал бэка. Не, нормально. Наша битва будет легендарной. Просто стоять. Подождите, а будет ли забиндена эта кнопочка RUT? По закону подлости нет. Вот мне тоже так кажется. Слушайте, но мне нравится, что мне выпадает второй раз игра на рандоме герои, на которых у меня есть арканы, которые я еще не снимал с арканами новыми. Так, чатик, короче, вот вам неработающая атака. Я начинаю там расстреливать. Нихера у нее жопа накачанная. Воздух сотрясаешь. Угу. О, а у кого-то этот пангольер прикольный. Нифига, панга реально классный, лучший аркан ДВР. Блин, а так нельзя, да? Конечно, но аркан ДВР-ку отстроили. А ну прокачайте кто-нибудь рот. Прокачал, нету. Все, не осталось, да? Так, если что, ВКонтакте это у меня пиликнуло. В каком контакте? Ни в каком. У меня есть все скиллы, в принципе, но нет клавиш. Что за хрень? Ну, вот тоже меня это бесит в этих кастомках. А, вообще нет клавиш? Охереть, нет клавиш. Блин, а мне вот интересно, как... Люди, а зачем тут клавиши, типа? Хорошо, да. Получайте урон, люди, и все. Так, я, короче, тогда предлагаю все-таки сделать вот так. За меня играет Ворон, Залиска и Ернур вроде, да? Все. Ернур, у тебя выключен микрофон. Включись. Будь с нами. Так, я сейчас буду по телефону договорю. А, ну ладно, давай. Боже, какая же Энигма накачанная. А зачем в Эрке вообще? Чтобы получать урон постоянно. А, слушай, а рот можно включить и просто ее не выключить. Да. Да. А он что, урон не наносит? А зачем? Да. Зачем он? Зачем нужен? На первом уровне зачем он? Просто типа... Ну... Да, на первом уровне да, это бессмысленно. На втором вот уже можно. Слушайте, а это понял, чё я так близко подошел? Урон чуть один, кстати, для справки урока. Ох, нифига себе. А, вот он просто... А почему он так кастует? Без КД вообще не могу понять. А чё не так с... Отключи рот. Я сейчас не понял. Ты ж урон ему наносишь. Полученный урон, ребят, полученный. Подожди, тут это так работает. Да, так кастомка называется Dota 2, но полученный урон кастует скиллы. Ты ж ротом наносишь ему урон. Повторяю, я думал, что это Dota 2, но у каждого есть урон. Слушайте, а мы на самом деле здесь, скорее всего... Ага, вот. Ну, здесь топоры очень сильные. Да, здесь, наверное... Ой. Не кидай топоры. Интересно, какой шанс того, что ты заюзаешь скилл? Блин, нужен поскорее второй уровень. Не знаю, у нас Котл вот по КД свои эти кидает. А вы чем его дамажите? Меня убил пангольера. Всем подряд. А откуда просто... у пангольера? А почему за... Так, не понял. А почему пангольера? А почему за... Там у... На миду, короче, у башни... Димоник конвершен. Вот это прикол. Чё такое? Но у меня ВР-ка расстреливает просто перед собой все. Что за паучки, не понял. Да, что ты тут делаешь? Бриз, не надо. Я не понимаю, в какую сторону она стреляет. Ой.
например, давай ты умрешь под башней, и я буду счастлив. Тут стики очень хорошо зайдут, я скажу. Нет. Может, это просто и... Застрелил. Так, напоминаю, что предметы тоже тут нормально кастуются. А, все, а почему? Понятно. А в смысле, в чем смысл рота, если он не наносит мне урон? Он наносит единичку урон. Да, вот это прикольно, кстати, да. Это прикольно. Пришел меня убивать. Можно я на мид? Да, иди. Потому что тут пангольер меня просто душит. Он сейчас его там просто задушит. По КД просто. Раз, смотрите на мид. Он может все пропушить. Нормально. Так, кому помогать? Я к кунке пошел, короче. Да я тут и сам нормально стою. Первый уехал. А, даже тут даже. Ой, магазины не универсальные, ёперный балет. Да, тут башни кастуют скиллы. Это проблемка. А, я вообще в лес пойду, типа, какого хрена? Осторожно в лесу, кстати, осторожно. Слышишь, там если найдутся каменные големы, то они тебя просто... Да, пиши пропало, они тебя закидают. Окей. Вау, тут котел задувает. Привет, котел. Ой, кулаком. Я не понимаю, в какую сторону она стреляет. Я не достаю до котла. Ладно. Вот это жесть. Мазга, все, наиграл. Вот это я сейчас нафармился тут. Пришел с миллионом кабанов. На свою голову, парень. А тут кучу куру нужно покупать, как я понял, да? Кто на базу пойдет? Купить куру? Я тут котла пытаюсь гонять, а он не гоняет. Да. Где курьер купить? Влад, ты против кого стоишь? Скажи мне, пожалуйста. Я не знаю, ко мне тут все по очереди приходят. И умирают. Ясно. Просто больше не имею. А, он постоянно задувает этот печок. Постоянно в этом стоит. Нормально. Мне это нравится. Пошел кушать. Точнее, Далоны пошли кушать, а я так пошел. Все, котлы отключил. А, котлы там... наиграл. В смысле, а у них паучки у этой... Что, серьезно? Башни паучки? А что такое, почему поотключались? Тоже не знаю, наигрались, походу. В смысле, да, кстати... Пойду спрошу. Ой. А что такое, почему поотключались? Я пытаюсь понять, почему у меня первого скилла нету. А, да, понял, ладно, ну не ливайте. Его нет просто. Чё там? Чё-то там? Вот и поговорили. Ай, больно, дайте уйти. Ой. Дед, там башня, конечно. Ага. Просто нереально. Слушайте, я для пущего эффекта еще форста все соберу. Смотрите, что происходит. Что за... Просто летающий. Жесть. Блин, слушай, как красиво она у тебя кастуется, а? Эта штука. Два пустота. Так, надо сатаник собрать. Что там происходит? Кабаны просто пачками ходят. Почему? Откуда? Где кабаны? Иду за кабанами. Где я? Ой, ёпу красоте! Кабаны! Спасайте! Что за... больше будет... Так, вот он, вижу. Сюда иди. Вижу или вижу? Ай, капец летает, конечно. Бристалбэк вообще... Где Бристалбэк? А, понял. Физики самая нормальная тема, как мне кажется. Все убиваемое, пацаны. Так, почему надо, сердце собрать, чтобы их не надо нажимать, и при этом дает много скорости. Пацаны, самый топ это форстав. А у меня корабли по КД будут летать. Мне пофиг. Не, серьезно, а
Что? Что? Пацаны, посмотрите сюда. Тут просто все горит. Сверху просто. А, наверх посмотрите просто, что происходит там. Да. Давайте, бейте меня. Прикольно. Наверху происходит кораблекрушение. Энигма, а чё ты не нажмёшь рот и не заспамишь эту карту димейджа? Потому что у меня он как-то не работает. Куда ты полетела, дура? Бежу. Не работает. Слушайте, я знаю, что ещё надо. А, Шиву, короче, сюда собрать. Это я пошёл, короче, Рошану убивать. Да, а, давай. Тут мулц отбеем. Кого нашли? Эй, сюда, иди. А что с Рошаном надо происходит? Типа, а у него все нормально? Понятно. Ой-ой-ой, а тут много говна этого. Ага. Я где-то убил ежа. А я не знаю его, где, но где-то убил. Не работает, что ли? Ну да, он же... А, работает, все нормально. Ай, блин, эти закидали. Дайте мне врагов, пожалуйста. Можно мне айтемы? Ааа, больно. Тебе бы еще лучше. Не, нафиг, я пошел отсюда. Ах, как же больно. Магнитралки еще есть. Ой, слушайте, смотрите, сколько тут скелетов. Блин, я его убил. Так, ну вот сейчас топчик будет вообще. Шивы. А, Шива не прожимается, да? Нет, прожимается. А чё пангальер с моего, от моего стана ушел-то? Не могу понять. Я еще крест не качал, конечно, я не знаю, как крест будет действовать. Ой, а чё с маной? А-а-а, мана, понял. Минус котел. Блин, зря я крест, конечно, прокачал, я вам скажу. Почему? А, тебя на крест постоянно кидает. И в чем? Да. Ты сам себя все время тарантишь. Я понял. В смысле, крестую. Крестую, да, возвращаю. Просто если враг будет, наверное, враг, и врага буду крестить. Ништяк, пацаны подошли под меня. Так, надо какое-то время не нажимать ничего. Мне, кстати, в эту кастомку очень сильно советовали взять армлет. А, он же, да, кстати, по КД будет. Ну, это хрень. Ну, сейчас посмотрим, как это будет работать. Ребята, будем честны, это так не работает. Я его в упор не вижу. Убрали, может? Господи, а вот не так больно. А, нет, не работает. А. Сука, они через всю карту плюются. Тихо, ты чё так ругаешься? Успокойся. Просто драконы тебя... Успокойся, ну конечно, 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 так и будет. А вот, вот это, кстати, интересный вариант, пацаны. Да? Чего именно? Ну, они не будут друг друга заменять. Ну, да, пусть. Да, заменяться будут. Вот некро этих, как возьмёшь, как назвать-то, некро книжку, короче, с пятого дропа. Вот тогда будет интересно. А, кстати, кому-нибудь нужно что-нибудь там? Так, там еще нужно. Так, сейчас, ну попробуем. По-моему, я худший, это то, что я прокачал крест и все. Купи догон. Остальное... Вот догон, кстати, догон. Классная тема, реально. Да. Я знаю, я молчу. Так, не, я, наверное, не кров, да, продам. А вот огон возьму. Так, нафига я ФЗ купил? Пока, 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 просто. Ой, я иду. Можно там сейчас будет миллион этих? Аутро. Не успел, Влад. Не успел. Просто там Энигма ходит, фоткает своими. Ладно, выключи пока. Это слишком много звука. О, вижу так. Цель, не вижу препятствий. Где там кто-то на миду стоит? <с
Я его просто отталкиваю от себя постоянно. Вообще, догон вроде не работает, но я не увидел, чтобы он... Работает. Да? У меня слишком много кнопок прожимается просто. Я сейчас обратку свою прожал, типа попытался сделать. Иду. Ау, под защитой. Просто сметаю все на своем ходу. Так, о, нам бы пушить, нам бы пушить, конечно. Да, вот, кстати, пушить почти нечем. Почему? Можно купить Метеорхаймер, и он тоже будет разжиматься от рота. Ага, прикольно, кстати, мысль. Ой, меня сейчас этот самый убьет. А, не убьет. Подожди. А, нет, убьет. Ну ладно. Армлет, кстати, как будет действовать тут? Плохо. Плохо, да. Не работает. Блин, а может как-нибудь скилл отменить? Я пил кофе только что. Как я его здесь убил на Vision за догоном? Кого? А, приступа повражу. О, в миду замес. Иду прям в мид. А нормально, что они черт знает какого уровня? Здорово. Застрелил просто. А, нет, он еще. О, шарики. О, слышите, реально горстки. А, подожди, это у нас больше. У нас больше врагов. Пацаны, просто посмотрите на эту VR-ку. Ой, подожди, что это я парюсь? Я догону. О, хоста. Это то, чего мне не хватало, хоста. А я пушу потихоньку. А я веселюсь тут бегаю. Найс догон, братан. Застрелил. Надо тараску купить. Так, а у нижней башни интересно, что за скиллы. А, там призыва нет, уже хорошо. Блин, я противников, конечно, не накидываю на крест. А нафиг оно тебе надо? Глупости эти. Мне кажется, я сейчас это впервые шесть. Умру. О, тут дум накидывают. На Т2. Ёперный балет. Ну, в принципе, снизу пушится. Но я уже на миду тут. А, БКБ. Пока. Мы, кстати, БКБ банили в этой кастомке. Ну ладно. Просто, как найти бристолбека на карте? Вот тут за Израиль происходит. Ой, БКБ, понятно. Так я же говорю, БКБ мы банили в этой карте. А мне по барабану, я физика затыкаю. О, легенчик. Слышь ты, иди сюда. Да камон. Прям. Ой, мне вот не насрать. А я же говорил, на Т2, на Т2 дом. А тут что за эти самые... Вот это на меня сейчас навешали говна всякого. А что у меня с регеном? У нее, короче, демонинг пурдж. А здесь что? А здесь дум, понял. На второй дум, а наверху на... Ну, здесь она... Все, здесь нет вышки. А. Ну, чуть-чуть осталось. 7 хп, вы серьезно? Так, ладно. А, нужно тревела купить, а то что-то долго ходить вообще. Не знаю, я по твоей заме, мне нормально. А чё на Т3, кстати? Страшное что-то. Там Firestorm. А, Маледик там на Маледик. Я хотел куда-то портануться, а меня было Мали. Ладно. А Т3 Маледикт. Что это такое тут? Ой, сколько фарма! Ёпс туды! С него фарма столько с этого топориста. Ах, блин. Я убил. Я еще и в невидимости теперь постоянный. А, гидран 20. Все, 30-й или 25-й? 25-й. Просто когда можно не смотреть ролик Влада, потому что я встал на Т3 и смотрю за его игрой. Это, знаешь, это похоже на что-то в Westcast, вот этот, где телевизоры вставляют в телевизоры. Ага, пришел. Молодец. О, кстати, ой, я убил. Ой, и его сейчас убью.
Ой, кстати, амина неприятно. Ого! Вот это там сейчас метеоров прилетело. Ай-яй-яй, откуда мины? Серьезно, а, это вышки кастуют. Товара, точнее. Это у зданий. Решил испробовать заганим. Рампата без использования рук. Очередная, между прочим. Пацаны, у меня тут талант минус 12% перезарядки заклинаний. Я думаю, тебе от этого ни холодно, ни жарко должно быть. Ой, сколько тут мин, мать моя женщина. Вот это кастомка. Ох, ё-моё, мы сейчас сломаем с пангольером. Так, нужен еще кто-то. Нужно еще одно убийство. Я просто пришел и умер. Но я что-то сделал. Вы вообще видите, что тут происходит? А, я умер. Где я? Я по карту закинул. Пацаны, я за карту закинула. О, ладно. Полетел я домой. По жести. Здрасте. Чисто под одними метеорами. Так, а что-нибудь еще такое взять интересное? Так. Блин, я, честно говоря, даже уже не представляю, что это такое прикольное Lotus, еще взять. Лотус? Ну, лотус такое себе. Ну, кстати, у того, что меня мы убили. Лотусом? Да. Против нагонов. Против догонов он хорош. Я вот думаю, может мне урона побольше взять. Да, башня потихоньку получится. 100 хп, 200 хп. Вы посмотрите, как я просто перемещаюсь по карте. Мгновенно. Вот только я сказал, смотрите, как я перемещаюсь по карте и перестал форстафаться. Так, вот там у парня очень много фарма. О, боже, смакота просто. Не успеешь. А, уже зафарнил. Начинается веселье. Так, теперь... Все, минус пангольер. У меня 24к, я просто не знаю, что мне собрать. Рапир, можешь парочку взять? Блин, эти начались. Я, наверное, вместо манты рапиру возьму. Один фиг невидимости бегаю постоянно. Все решили купить себе. Ой. Это неприятно, что. Чем они меня достают, а? Даже интересно. А, ну короче, пошли, блин. Вот сюда вот. Хуяк. Ай. Так, я, короче, пошел терять две рапиры, пацаны, если что. Давай. Ну если потеряешь. Что тут творится? What the fuck? Тупо 28 FPS и вышли. 36 даже у меня. 18, 15, два раза. 17. Я сдохну сейчас. Я сейчас две рапиры потерял. Блин. Ладно, есть еще рапира. Пешком пойду. Денег вот. А чё за рывага? От этого что ли? Да. Его понятно. От трона. А как трон тогда пушит, да? Ну в смысле, потихонечку, помаленечку. Все, я пошел. Там парочка рапир берет, если чё, просто поднимайте их. А что будет, если абиссал купить? А ты гений. Ты реально гений. Я куплю. Нет, обещал сейчас будет не очень, потому что они накупили Лемпер, Лотусор, вот это все. Но Лотусор и так проходит. Лотусор и так будет. Мне
кажется, они его заруинили, вот эти взяли линки. Типа, просто использовали весь кайф. Да, нормально, нормально, чего? Надо ж как-то дефаться. Нет, ну, типа, камон. Я не спорю, просто весь интерес, который мы делаем, это собираем предметы и смотрим на вакханалию, а не портим вакханалию. Ну ничего. Хоть поживут подольше. Я еще айотис куплю. Продать. Это купить сейчас. Я хочу посмотреть, как айотис будет действовать. Типа. Блин, надо на скорость атаки что-нибудь собрать. А этот съешь. Да сейчас что-нибудь съем. Можно... Меня просто в выхол постоянно закидывает. А трон ну. Опять блохал, что ли? Да. Господи, Бристо, там... Ты не можешь умереть? Нет, не может. Не может. Он почти умер. Может, сейчас умрет. И я его почти убил. А, кстати, Абиссал не работает. Почему? Не знаю, у меня он не накидывается вообще. Не реагирует. А он же у трона 1600 хп, но он регенерирует. Слушайте, а Bloodstone хорошая тема, кстати. Да, да. У меня есть. Bloodstone? Даже, наверное, вместо Акторина поярче будет. Абиссал не работает. Тараски. Ну, вместо Тараски нет. А Тараск увеличивает хп реген за счет от Bloodstone. Я Абиссал продаю и Bloodstone покупаю. Не знаю, столько бабок, что пофиг, можно все покупать. Ну, не знаю, у меня не столько много бабок, ну да, бабок хватает, в принципе. А я диск не работает, помогает, работает, этот, Абиссал. Да. У меня что-то не работал даже, да. Где я? Быстро я умер. Да, блин, да, он регенерирует, зараза. Вот в чем проблема. Блин, меня постоянно ловит кто-то. Там Бристлбек хорошо живет с армлетом, типа. Он живет получше меня, между прочим. При том, что у него 27 левел и не видят таланта. Так, нет, я пойду чуть фарману, потому что что-то как-то денег не хватает. Типа он только так живет, ему пофиг, типа. Ну, я говорю, ему вообще по барабану. Ну, видишь, у меня метеор камер, линка, типа, как бы, все ебать. Заменить, но тогда я уже не смогу. Поэтому я и не хочу брать. Нормально, убивается. А вот, блин, вот этот вот Black Hole просто нечто. Ой, короче, Метеор Хаммер наше все. Не, Бристлбек просто это что-то с чем-то. Воры. Предмет недоступен для этого героя. Что происходит? О, кто-то перенапокупал предметов. Так, я тоже, короче, я гост продаю и покупаю этот линку типа себе. Что-то они меня тоже достали со своей линкой. Чем мы по разным линиям типа идем, если нам просто трон надо сломать? Ну, я бегу в трон постоянно убиваться, ну, просто головой. Вот, просто вот в чем проблема. Не знаю, я ломал там. Стекло? Я тоже пытался, но у меня тоже. Просто подальше от Бристлбека надо держаться, мне кажется, и все. Давай, слушай, давай я их поразвлекаю, а ты там это. Давай, я бегу. Поразвлекала, да? Они идут типа в трон кушать? Ну, вот опять он просто БКБ по КД дает мне и все. А кто БКБ купил? Продай БКБ. Убери БКБ, ворон, мы договорились без БКБ. Убери БКБ его. Окей, окей. Брал. Я не курил, сорян. Так мы же с самого начала еще заговорили, что без БКБ. Сорян. Ёб твою медь. 2500, я просто не видел, чтоб у трона было меньше 2500. 1600 однажды было. Блин, как же он быстро регенится. Ага, 12 секунд, это жестко. Я просто тупо стою. Все, я теперь буду пушить.
Жесть. Просто жесть. Что у них на троне происходит? Это безумие. Я один урон делаю и все, и стою дальше. Ты еще 900, пацаны, давайте, мы сможем. Я пинаю как могу. У меня, понимаете, у меня среди кучи этой анимации просто не отображается, вот я правой кнопкой кликаю, да, чтобы подбежать, и вот у меня этого не видно. Ага. Ну, кстати, я буду знать, у меня 548 регена, тупо. 141. Уши, 600. Пацаны! Ой-ой-ой-ой-ой, а что это еще за урон такой прошел по трону? Не знаю, метеор, это наверное. Его с руки. С руки это удается ударить. Да, что можно еще и с руки бить. Так я пытаюсь с руки бить. А, меня оттащило. О, а что меня почти убило? Кто меня почти убил? Убил, точнее, даже. Меня что-то убило. Спа. Наглое. Опа, все, ГГ. Че? Давай! О, жесть, ровно 100 фрагов, кстати, сделали. Не, ну вот это вот сумасшедшее летающее по всей карте ВР-ка, это просто нечто. Мне прям вообще зашло.